Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон под номером 535. Это 22-сантиметровый инструмент, настроенный пентатонику ля минор. Давайте послушаем, как он звучит. Сначала палочками. Положение нот здесь интуитивно понятно, но по возрастанию от низа к верху идет. Тут низкие ноты, соответственно, выше высокие ноты. То есть идет первая, потом вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Очень легко ориентироваться. Не запутайтесь. Есть инструменты, когда там звездочкой вот так вот расположено, там более сложно для восприятия расположения. Здесь гораздо все проще. Можно ориентироваться уже визуально. Давайте послушаем, как звучит руками. Инструмент интуитивный, полностью он настроен уже гармонично. Как бы вы ни играли, у вас в любом случае получится гармоничная мелодия. Здесь не нужно каких-то специальных знаний в музыке, чтобы играть на таком инструменте. Все полностью интуитивно. Куда бы вы ни ударяли, всегда будет, как говорится, сочетаться музыка, быть в гармонии. С обратной стороны инструмента ножки из натуральной кожи. Ножки позволяют ставить на твердой поверхности и не бояться, что повредится лаковое покрытие. Вторая функция ножек — это обеспечивание звучания инструмента. То есть не нужно подставлять никакие дополнительные подушечки, все и так будет работать. А инструмент легкий, компактный, можно его брать с собой в любую локацию, и он как бы не затруднит передвижение. Также детям подходит по размеру и весу, весит всего 1,7 кг. Такой сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.